США вводят санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток-2». С таким заявлением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Официальная причина такова – противостояние враждебным действиям России в энергетической сфере. Во внимание попали два судна, которые обеспечивают работу «Северного потока-2». Во-первых, это корабль «Марлин». Судно ходит под российским флагом, хотя зарегистрировано на Кипре. Вашингтон настаивает на том, чтобы корабль был конфискован. Ухудшить текущие отношения между США и Россией достаточно сложно. Они и так находятся в самой низшей точке наших отношений за всю, наверное, историю. Во-вторых, это корабль Blue Ship. С ним история еще более интересная. Вашингтон решил не вводить санкции против Blue Ship, потому что судно принадлежит организации, связанной с правительством Германии, союзникам США на политической арене. В свою очередь, российская сторона уже успела отреагировать на заявление Госдепа. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка. Важно отметить, что введение новых санкций почти никак не отразится на экономическом аспекте конфликта. Решение Госдепа – это исключительно политический ход. Роберт Хасанов, Универньюз.